Ребята, погнали проходить крепость, и снова мы играем в Дрейка, судьба Дрейка, в игре Uncharted, первая часть. Ребятки, я бегу в крепость, чё же делать? Чё же делать мне одинёшенькому, когда я здесь хожу по этой крепости, непонятно, я сейчас всё узнаю, я ещё просто эту крепость в глаза не видел. Глаза не видел, но уже примерно вижу, куда мне надо идти, что мне надо делать. Давайте начнём. Пробираемся по этой лиане, подбрасываемся кверху, подскакиваем еще выше, и вот я уже прыгаю по какому-то уступу, так сказать, все падает, камни, все что-то летит куда-то, ну, но мне надо, ребята, потому что мне найти надо нашу, забыл, как зовут девушку эту, то ли Клара, то ли Дуся, короче, надо ее найти. Помимо этого еще убили Салли нашего другана, который, блин, столько нам помогал, прилетел на самолете, но самолет наш подбили. Слава богу, я добрался. А наша задача здесь, самое главное, найти эту девушку. Так, открывай. А как? А, сюда не надо. Да мы сюда и не идем. В общем, надо пройти по крепости и поискать, что тут будет интересного. Так, интересно, вот эти бьются? Нет, не бьются. Вазы эти не бьют. А куда мне? А куда? Куда я, по-вашему, должен вылезти? Все закрыто. Так. А, ну вот окно. Вот сюда надо было. Да что же это такое? Да что же это такое, ребятки? Как всегда, лазю по каким-то уступам. Во! Чуть-чуть. Еще раз пробуем. Так, вот, да надо было вниз. Я тебе про это же говорю, сколько можно лазать. Он сам уже в шоке, сколько можно лазать. Ай, блин, поздно или рано. Короче, не в тот момент я отцепился. И надо было повыше, наверное, от лианы немножко спуститься, то есть, чтобы она, ну, подлиннее была, чтобы раскачиваться можно было. Так, эту, ладно, разбегаемся, братан, беги, дружище, во. Вот здесь я что-то вроде в последний момент сообразил, что надо прыгнуть, но на самом деле это была ошибка, надо было либо еще раз качнуться, либо уже прыгать раньше, как говорится. А, блин, вот так, одно неловкое движение, и я лечу вниз. Сколько, говорит, уже можно лазать? Ну тут знаешь, сколько нужно, столько и будешь лазать. Пока у меня пальцы не устанут, чтоб ты лазил, да? Вот здесь я два раза нажал просто. Так, отлично. Это супер. Ничего сложного, ребята, на самом деле ползу, просто прыгаю вверх. Здесь еще выше надо. И, наверное, сюда куда-то. Бамс. Не ждали, да? Я такой нежданчик. Ребята, я... вот, о, хорошо. Я для них сейчас буду нежданчиком таким. И это очень хорошо. А для кого? Для них. Сейчас мы узнаем. Сейчас в этой серии мы все увидим. Вот он. Вот он, ребята. Вот он. Я для него нежданчик. Тихо. Давай медленно подходи. Блин. Получился жданчик. Отхожу. Отстаньте от меня.
20 выстрелов в голову. Приз получен. Отлично. Отлично. Спрячься. Спрячься обратно. Кто-то еще пытается. О, гранату кинули. Предлагаю просто сейчас напролом к нему залететь. И здесь уже спрятаться. Нет, не получится. Похоже, выйти надо обратно. Так, мне надо немножечко отхилиться. Сядь. Сядь, лучше не высовывайся. Окей, все, отлично. Кто там следующий? Ах ты. Ах ты следующий, да? Блин, да что ты, курсор такой чувствительный. Надо чувствительность, наверное, прибрать маленько. Погоди, а где это? Чувствительность. Давай, я сейчас хочу попробовать чуть-чуть прибрать. Ну-ка. Да, да, вот оно. Оно то, что мне нужно, потому что я слишком резкий получаюсь. Я не успеваю на цель. Да откуда он там палит? Я зато так хоть попадать буду нормально. Иди нафиг. Ох ты, ничего себе. Что-то как-то несерьезно, ребята. Ребята, подождите, у меня же есть еще калаш. Не, главное... Главное, они там хорошо засели, да? Давай я хотя бы вот этого сейчас. Попал, нет? Ладно. Почему я один здесь оказался? Блин, никого со мной нету. Никто мне не поможет. Вот он, вот он, вот он. А он меня не ждал. А у меня, кстати, патроны заканчиваются, капец. Ай. Да отвалите, а. Слушай, я сейчас возьму патронов. А я вообще предлагаю наверх к ним забраться туда. Где ты там? Иди сюда. Ты что ли по мне стрелял, да? Отлично. Отлично, только мне... Надо с ними быстро разобраться. Давай. Ах, вас трое тут, нифига вы засели, ребятки. Да если б я знал, я бы вам сюда гранатку давно уже закинул. Здорово, братан, ты меня ждал давно, да, здесь? Капец, ребят, ну вы не могли получше места найти, я же вас сразу тут... Как только залез наверх, все, сразу вас увидел. И чё, и куда? И куда вы мне предлагаете? Ну сюда, наверное, да? Сейчас опять, как обычно, толпа здесь набегает. Может, какие-нибудь сокровища есть, а? Я его вижу. Где вы, чё? Я зато вас не вижу никого. Да что ты? Я, кстати, его тоже увидел. Ой, мне надо вот сюда. Нифига себе, вы там решили со мной что сделать. Если ранен, сразу убивай. Вообще, что ли? Отвали. Отвали. Так, чуть-чуть. Чуть позеленеет пусть все. А вот теперь иди сюда. Толстячок. А, не, дайте калаш обратно. Ты где, братан? А, опачки. А, вон бочки есть, ребятки. Я чувствительность поставил, что я могу теперь стрелять нормальненько. Ох ты, как вас много. Вот это, о, вот это плохо. Откуда вас столько-то, а? Печально. Вон он где. Давай в бочку уже, а. Вот хорош, а. Попади нормально, блин, хоть раз. Молодец. А вот сейчас можно и калашечком. Калашечком.
Кто еще там? Еще бочка, пацаны. Блин, да попади, ну ты че, а? Прекрасно. Ты че сделал, дурак, что ли? Это я нажал случайно, ребята. Не пойдет. Так точно не пойдет, а вот так пойдет. А вот так пойдет. А давай следующий. Слушай, ну он там за грузовик. Ай, вот этот в тот раз меня изрешетил очень сильно. А из чего-то такого скорострельного. Надо его вот так вот выйти как-то. Там еще один лупит, а? Вон он. Я все равно попаду по нему. Блин, пока я попаду, у меня все патроны закончатся. Вон он. И он опять ушел. А, этот за пулеметом, короче, сидит. Слушай, тут граната нужна, пацаны, по-любому. Давай ближе. Ай, давай вот так хотя бы. Че, все? Теперь бы мне за пулемет сесть. Я там бочку припалил. На! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, щет! Так, давай-ка, надо вот что-то уже взять другое. Давай УЗИшку хотя бы возьмем. Есть? Стоп, а что я УЗИ не взял? А, это было не УЗИ. Так, ладно, пойдет хотя бы патроны на калаш. Ну надо еще что-то, мне этого маловато. Вот как надо было, а? Вот и все, делов-то. Так, ладно, ребята, и что вы тут сидели в засаде, что хотели? Давай двигаем дальше. Ах ты, иди сюда. Че, куда нам идти-то в итоге? Ну-ка. Идем. Мы крепость почти исследовали всю. Ну-ка, что здесь интересного? А, вот ее парашют, короче говоря. Вот она здесь где-то приземлилась. Это либо хорошо, либо очень плохо. Ну-ка, давай-ка исследуем. Что ты там? Где? Где? Давай, иди.
А если так? Вот теперь можно. Погнали. Так нормально будет. Тут вам, ребятки, вышел я, да? Так, ну все, надо только туда теперь спуститься как-то аккуратно. Ай, отвали. А, ты опять за пулемет сел, ё-моё. Хотел снизу зайти к ним. Не получилось. А мы теперь отсюда зайдем. Да? Где там этот пулеметчик? Вот тут, ребятки, я вас врасплох слегка застал. А, вон он. Мякнулся между лиан там. Так, ладно. Да отвали ты, ты где? А вон. Вот это должно быть больно. Хватало пока на люге побегать, да? Давай, пробуем. Ну, заболеть будет. Попал. По-моему, я попал в него. Вы нафиг, а? Слегка затаримся. Но где этот чувак-то, который стрелял по мне? Не пойму я туда, нет, вообще сходил. Ну-ка, мне кажется, мы вот здесь не были.
Нет, были. И сюда я заходил уже. И сюда я пробегал, больше идти-то некуда. Так, ну если здесь, ладно, я в тот раз туда упал. Ну какая разница, все равно падать надо. Так, потом бежали. Совет: выстрелите в бочку. Ха-ха, всего лишь, да? Бам, видал что? Все просто, все решалось просто. Патрончики. Водопроводчика бы сюда. Да, реально тут воды чуть-чуть дофига. Хорош, что у вас тут опять столько много, блин. Раз. Да что ты, а? Да что-то у меня сильно стреляют-то, ребята, вы что творите? Так попадают тоже, ё-моё. Ладно, надо вот этого снять, наверное, первым. Раз. Оказалось, изи. Два. А этого так. Как, в тот раз с ноги получится, нет? Не, с ноги не получилось, давай дальше. Так. Еще один. Все. Надо не забывать патроны с них собирать. Да блин, как ты так вылез-то? Где здесь? Сейчас я тебе покажу здесь, блин. Отлично. УЗИшку отдай. Еще один, где? Ой, много что-то. Еще здесь. И вот этого. Здесь это еще патроны. Вот, патроны. А теперь-то куда идти? Да блин, заколебали вы, чего столько много-то, а? На. И тебе здорово, не хворать, братан. Куда лезть? А, вот тут, может, нет? Мне надо вот сюда куда-то залезть, мне кажется. Во, уже ближе. А если так? Пойдет, пойдет. Давай коллаж забирай. Здесь что-то надо нажать. Крути, 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 крути. Пока я отсюда не вылезу. Давай, крути, 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 братан, крути. Куда? Там еще крутилка какая-то. Ага. Давай искать. Тут вообще уже плаваем. Ну, надо где-то ухватиться за что-нибудь тут. Нашел, вот. Вот здесь надо ухватиться где-то. Ну не зря же он торчит, этот кубик, а.
Погоди, а может что нырнуть надо, а? А, вот же. Все было просто. А сейчас куда? А, вот так. И вот так. И вот так. И давай наливаем или что делаем? Что сделал? А, водицы добавили. Сейчас уровень воды поднимется, мы сможем куда-то еще залезть. Давай. А вот теперь, кстати, на тот кубик, наверное, можно залезть, который я видел. Где он там? А, или вот сюда. Нет? Сюда нет. Вон, 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 точно. Кручу, кручу. Налить воды хочу. Вот и все. Следующая глава. Ключ к прошлому. И, ребятки, в следующем видео ее пройдем. Всем удачи, всем пока.